Эй, Цере, что ты любишь вспоминать о Кордове? Голошахматы. Кордова всегда был так занят, что пришлось самой себя обучать. Но на голошахматы время находилось. Кто побеждал? Да по-разному. Наши подходы сильно отличались. Уже празднуешь победу, и вдруг... Вы многому научили друг друга? В каком-то смысле, да. Что? Мой друг, при входе в хранилище у меня было видение, как когда-то у Зеффа. Ладно, я гляну. Мой друг, исследование сферы принесло плоды.
Можешь оказать помощь. Иду на поправку. Нужно взломать эту штуковину. Спасибо. О, ладно. Что это?
Сфера и разъем точно такие же, как на Зефа. Но зачем это все? Найдем тебе дом. Ты отлично справляешься, Кэл. Я рада, что ты с нами. Галактика сама себя не спасет. Один момент.
тихо. Слишком тихо. Не любишь природу, Грис? Только за стеклом. Мы с природой не ладим. Может, у меня и четыре руки, но если ты не заметил, большинству чудовищ я на один укус. Так вы с Церой были тут несколько раз? Где мы только не были. У нас нон-стоп тур по галактике. Но она за все платит. Так что грех жаловаться. Я вернусь. Хорошо, итак, теперь... куда же... Знаешь, так хорошо я не пилотировал с тех пор, как с отличием окончил космическую академию Латерона. Не знала, что на Латероне есть академия. Да, она была совсем новой в те дни. Ты, похоже, не часто там бываешь. Так на чем ты практиковался? На всем подряд. Истребители, грузовые суда малой и большой дальности. На чем я только не выделывал пируэты. Ты выделывал пируэты на грузовых судах? Да, большего они мне не позволили. Я был очень хорош. Ты бы меня видела. Так, парень, садись. Мы почти на месте. О, мы же не будем прорывать блокаду. О, только в крайнем случае. Я настроила транспондер Богомола на передачу имперских сигналов. Эй, Грис. Да? Приглуши энергетический след и сделай вид, что мы свои. Как на браке, запросто. Рук мне и так хватает. Просто следи за сканерами. Лады? Ладно, ладно. Хорошо. Ничего не вижу. Они заняты чем-то на поверхности. Все чисто. Не нравится мне это. Империя разрушает Кашиик ради природных ресурсов. Вуки сделали рабами. Лишили крова. У нас чуть не попали! Парень, ты вроде следил за мониторами! Партизаны,
Вуки и другие напали на имперский конвой. К нам приближаются шагоходы. Тарфул может быть с ними. Он может быть где угодно. Например, он может быть в могиле. И мы там окажемся, если вяжемся в эту заварушку. У нас просто нет выбора, и без нас они погибнут. И каков твой план? Диверсия. На браке мы разбирали шагоходы. Я угоню один. Ты посмотри на него. Решил, что у нас тут опять войны клонов. Капитан, давай к тем шагоходам. Что? Слушай, штурмовики используют их как боевой транспорт. Как будешь там, осторожней. Сейчас Грис-сюрприз покажет фокус. Эй, Энни, не погибни там, а? Добавлю это в план. Так, парень, если готов, самое время прыгать. Искупаемся, беги! Ты готов? Надо попасть внутрь. Да, попробую по ноге. Так, куда теперь. Еще немного. Так, дальше. Надо залезть наверх.
сообщать о потерях. L97240 на связи. Подтверждаем потери. Бластеры. И не говори. Идем дальше. Я тот, кто захватил AT-AT. А ты кто? Тот, кто очень злит. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Меньше не становится. Прямо в нас. Что делать? Держись!
готовься беги! Я в порядке. Ты как? Нет уж, хватит с меня этого. Как зовут? Кэл Кэстис. Со Геррера. Зачем пожаловал на Кошиик? Ищу кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. И кого ты ищешь? Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Неспроста Империя не может его обнаружить. Настоящий борец за свободу. Он символ сопротивления Вуки. Бьет по Империи из теневых земель. Цере, Грис, это Со. Здрасте. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Ты забрал это утру? Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Эй, минутку, стоп, минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Пошли, пошли. Рад, что вы в порядке. Да, да, тоже рад тебя видеть. Ну и дыра же тут. Твой план сработал. Что, последуешь за Со? Что думаешь о плане Со? Он ввязался в заведомо проигрышную битву. Сомневаюсь, что помощь Вуки его единственная цель. Мне кажется, ему можно доверять. Может быть и так. Но он явно чего-то не договаривает. И помни, Империя ведет грязную игру. Осторожнее там, на заводе. Спасибо. Буду иметь в виду. Знаете что-нибудь о партизанах? Только слухи в континах, но ничего существенного. Радикалы. Империя вроде назначила награды за их головы. Мне надо переживать? Ха, сомневаюсь. В зонах военных действий с этим туго. Да и слухам верить не стоит. Говорят, Со хочет выяснить на перерабатывающем заводе что-нибудь о Тарфуле. Утром поступил отчет о том, что его видели в теневых землях. В одном имперском сообщении говорилось, что он рядом с деревней Вуки. Будто вокруг этих деревень не сотни. Штурмовики. Она не в состоянии сражаться. Все верно. У нас нет времени. Продержись до нашего возвращения. Дела здесь идут даже хуже, чем на Зефа. Ты сказала Зефа? Я жила там до прихода Империи. Она тебе известна? Да, я был там. То, что произошло, ужасно. Подожди. Если этот план не сработает, нам конец. Мария обозначила на карте их гарнизоны. Имперцы не успеют выслать подкрепление. Все будет хорошо. Если сделаем все быстро. Были передряги похуже. Я уважаю этого человека.
Молодец. Сканируешь? На Зефа сила явила мне кое-что. Воспоминание кого-то по имени Астар. Мой супруг. Он отвлек штурмовиков, чтобы мы с дочерью сбежали. Нрав у него был горячий. А он... Да. Я нашел его тело. В глубине души я надеялась, что он жив. Я сожалею. Не стоит. Я рада узнать правду. Договорим позже. Ладно. О, там что-то было. Попробуй взломать эту штуку. Отлично. Эй! Что нашлось? Поступило сообщение от СО. Они почти готовы. Думаешь, инквизиторы смогут нас найти? Шанс есть. Будем надеяться, что нет. Мы еле добрались. Мы не могли оставить партизан и Вуки умирать. Кэл, твои намерения похвальны, но не все в твоей власти. Мы делаем то, что от нас зависит, не больше. Не дадим Империи уничтожать миры. Кто должен быть на другом конце траншеи? Похоже на верстак. Какое напряжение ты выдерживаешь? С таким трансформатором ты сможешь замкнуть имперское оборудование. Thank you.
Попробуем. Отлично сработано. Снова сканируешь? Необходима энергия. Дай разряд. Придется пустить разряд. Придется пустить разряд.
кто у тебя? Беди один. Спасибо. Впереди смолоперерабатывающий завод. Что империя делает с древесной смолой? Ничего хорошего. Они создают из смолы сильно действующую смесь и, похоже, расширяют производство. Остановим их. Таков план. Мы не знаем их цель, но силы врага слишком растянуты. Добытая карта это доказывает. Держи, приятель. Эти заводы также выполняют роль ужасных тюрем. Мы используем эти резаки, чтобы отвлечь внимание. А ты возьми свой меч и освободи находящихся там вуки. Нам понадобится их помощь, чтобы остановить империю. Понял. Будь поосторожнее. Слышал? Он сказал, нужна моя помощь. Пошли. Думаю, мне нужна помощь. О, ладно. О, там что-то было. Осталось после воинов Вуки. Здесь было их тайное убежище в битве против Империи.
нет. Я не буду делать. Нет. А ты проводишь, да? Тесно, да? Иди. Пламенные жуки! Они лезут сквозь стены! Огонь по гнезду! Вы справились? Нам надо взломать эту дверь. Что это? Ты
Возможно, там кто-то есть. Это будет легкое побеждение. Спасибо. Ты точно хочешь подключиться к этой штуке? Ладно. А, там можно срезать. Вот почему ты хотел сдвинуть эту штуку. Ты не подозревал об этом, да? Ты просто хотел включить резак. Патруль вызывает базу. Обнаружена угроза безопасности. Тут какая-то паутина. Эй, кто здесь? Ну, начал. Ты нашел что-нибудь в беде один?
нужен Тим! Давай! Что? Нужен Тим! Скорее! Бросай! Надо заняться ранами. Атаковать его!
Эй, беди один. Вернись сюда. О, там что-то было. Интересно, Грис бы это приготовил? Это? Капитан передал. Они наступают. Ой, это конец. У нас хоть преимущество в высоте. Что это было? Еще один резак потерян. Работающий резак рядом с тюремным блоком.